Всем привет! Вы на канале Диянка Блог. Меня зовут Галина. Сегодня машинное вязание. Я расскажу, как я связала митинки. У меня была задача связать изделия из остатков пряжи. После вязания шали у нас осталось около 70 грамм пряжи Diamond фирмы Vita. 100% шерсть, 100 грамм 300 метров. Сначала был связан образец. У нас есть видео на эту тему. После влажно-тепловой обработки выглядит образец вот так. А сами митинки. Только что снятая митинка с узором, который напоминает чешуйки то ли дракона, то ли еще какого-то животного. Она еще, конечно, не прошла влажно-тепловую обработку. Но потом это все разгладится. Одна из митинок у меня уже сшита. Я могу ее померить. Вот таким образом она выглядит. Расскажу, как я их вязала. Митинка – это не что иное, как недовязанная рукавичка или перчаточка. Я связала митинки одним из способов вязания рукавичек. У нас на канале есть такое видео с подробным мастер-классом. На этой схемке можно видеть, что это та же самая рукавичка, только без спуска, и пальчик у нее коротенький. Мерки, расчет изделия, все там в мастер-классе можно посмотреть. Что понадобится для вязания? Обычный набор инструментов для вязальной машины, линейка, клапан-открыватель, декеры. У меня было набрано 60 петель по краю. Лучше всего, чтобы количество петель было кратно 6. Набор петель был сделан способом обвития с заходом под носики платины, чтобы получились такие фистончики. Вот я петли набрала и начала вязать рисунок. До начала рисунка я связала один ряд, просто обычный лицевой ряд. А потом уже вязала 50 рядов до линии основания большого пальца. Палец выполняла также по описанию в первом способе рукавички. Связала 10 рядов и потом 6 рядов путанкой. Как вязать путанку, у нас тоже есть мастер-класс. Но здесь нужно сказать, что путанку я закрыла сначала на машине, но мне не понравилось. Вот здесь еще не переделана. Вот она как выглядит. Я потом это распустила, набрала на спице и закрыла, как резинку закрывают. Один на один. То есть провязала одну петлю изнаночной, закрыла, следующую лицевой и опять закрыла. И так по всему ряду. От большого пальца до края митинки у меня было по расчету 35 рядов. Ну, она была бы покороче. Но у меня нитки оставались, и я связала 50. Последние 6 рядов связаны путанкой и закрыты спицами. Про плотность вязания. Сама митинка связана на плотности 3,5, а путанка связана на плотности 3. На пальчик было набрано 2 раза по 11 петель. Но это все также указано в нашем мастер-классе.
Ну, на этом, наверное, все. Видео заканчивается. Если оно понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады новым подписчикам. И особо благодарны тем, кто смотрит видео до конца. Всего доброго. До свидания.